Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 5144. Для которой помнится одна сишка и штуки 3-4 обычных топоров. Ящиков тут не так много. Есть один стенд. Да и, в общем-то, какие-то станки. Так, взрывать мы будем вот тут, скорее всего. Тут должен быть маленький ящик, который я сразу взорву. Да, еще у нас раз, два, три, четыре, пять ящиков. Так, готово. Тут я не заметил, два сейфа стоит, которые хрен два откроешь. Поэтому за ящики они не считаются. Так, это у меня, например, украли. Это я заберу. Вот это у меня украли. Это забираю, забираю. Хорошо. Так, станок пустой, ящик. Лут мой, кстати говоря. Вот это было для рейдера в пикапе. Так, это у нас, ну да, стенд с оружием, в принципе, неплохой такой. Станок пустой, еще один станок пустой, здесь тоже пусто. Так, тут осталось посмотреть костер. Я же вроде все ящики показал, да? Так, это, да, это не считается за ящики. Так, тут доски, тут ни хрена нету. Ладно, идем посмотрим, может что-то в пикапе найдется. Байк тут навряд ли будет. На байке тут нету. Вот такой вот лут за одну сишку. Решайте сами, будете срывать или нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.